Народ, у меня вопрос. Почему я нигде не могу найти, как пользоваться системой SRAM? Ну реально, после всей жизни, начиная, наверное, с 14 лет, я гонял на Shimano. Плюс-минус. SRAM никогда я не использовал его, никогда нигде ни в чем. Только слышал. И почему ни в одном видео на YouTube нет, как им пользоваться? Ну, поэтому я вам расскажу. В общем, система SRAM состоит из одной звезды спереди и 11 сзади, или 12, не суть. Тут есть, естественно, один переключатель. Там только ручка тормоза, и здесь ручка тормоза, они не двигаются, как в Shimano. Вправо. Да, тормоз вправо, и эта ручка вправо. Тут только за все отвечает одна ручка. Маленькое нажатие вы набираете скорость. Да, большое нажатие. Слышно, щелчок 1, это было маленькое нажатие, но вы не останавливаетесь. И один щелчок, это назад. То есть, маленькое нажатие, вы набираете скорость, большое нажатие, щелчок первого нажатия, слышите? Сбрасывайте. И когда вы доходите до конца, до последней передачи, 11, 12, да, самые нижние звездочки, все, вы дошли. Если вы просто маленькое нажатие сделаете, система начнет подниматься. То есть это единственный нюанс. Я не знал, поэтому я давай настраивать, потому что я делал на последней звезды, делал два нажатия. Да? И оно мне, естественно, закидывало наверх сразу две звезды. И это, я просто был в шоке. Я давай настраивать, крутить тут барашек. Ну, вот такой нюанс системы. Когда вы включили самую маленькую звезду, еще раз нажатие, будет опять поднятие звезд. То есть она начинает, например, у вас на 11 ездите, и вы просто делаете как маленькое нажатие, да, типа спускаете, но она поднимается на 10 звезду. И после 10 звезды маленькое нажатие будет опять на 11. А с 11 маленькое нажатие будет на 10. Ну а дальше уже 9, 8 вам нужно делать уже полноценных два нажатия. Я не знал. Я давай тут барашек несчастный кручу, 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 кручу. Ах, оно перекидывает на две, перекидывает на две. Это просто жах. Вот такой нюанс. И никто не рассказывает, как пользоваться этой системой. Ну как так? У меня система SRAM Rival стоит. Есть SRAM Force из новых. Самая такая мощная, профессиональная. Ну какие еще, не знаю, не разбирался, мне все равно. Мне моя нравится. Тут есть в этой в Shimano есть Shadow система, но здесь она не нужна, потому что здесь и так очень сложно двигается переключатель. В Shimano он гуляет, а здесь прям, видите, как палец зажимается, максимальное усилие надо. Поэтому, когда колесо, например, падает, переклюк у нас не дергается. Чтобы снять цепь, тут есть кнопка блокиратора. Вот она, вы подтягиваете нужное положение цепь, она у вас расслабляется, нажимаете кнопочку, и все хорошо. С вами был канал «Все просто», а обращайтесь.